Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев 15 мая принял делегацию, возглавляемую министром сельского хозяйства Исламской республики Иран Махмудом Ходжати. Глава нашего государства выразил удовлетворение развитием отношений между нашими странами во всех областях. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Иран являются дружественными братскими соседними странами, с удовлетворением отметил усилия политического руководства двух стран, направленные на повышение уровня иран-азербайджанских отношений. Глава нашего государства, отметив роль сельского хозяйства как одной из значимых для наших стран областей, выразил уверенность, что азербайджано-иранское сотрудничество в этой сфере также даст хорошие результаты. Президент Ильхам Алиев подчеркнул очень большие успехи, достигнутые Ираном в области сельского хозяйства, сообщил, что и в Азербайджане осуществляются масштабные работы для развития этой сферы и обеспечения продовольственной безопасности. Глава нашего государства выразил уверенность в плодотворности переговоров о сотрудничестве, проведенных делегацией, возглавляемой министром сельского хозяйства Исламской республики Иран Махмудом Ходжати в ходе визита в Азербайджан и осуществлении серьезных мер для реализации совместных проектов. Министр сельского хозяйства Исламской республики Иран Махмуд Ходжати передал главе нашего государства искреннее приветствие президента Исламской республики Иран Хасана Рухани. Он отметил, что в Иране с большим удовлетворением приветствуются меры, осуществленные в последнее время для еще большего укрепления отношений между нашими странами. На встрече состоялся обмен мнениями о взаимных инвестиционных вложениях в сельское хозяйство, создании совместных предприятий и по другим вопросам. Глава нашего государства поблагодарил за приветствие главы Исламской республики Иран и попросил передать его приветствие президенту Ирана.